Знаешь, я сейчас нахожусь в военном училище, мне и рассказ сойдет. Давай ты сейчас что-нибудь расскажешь, а потом будешь встречать, как ты покажешь. Нет, ты что, с ума сошел? Я со Светой разговаривал. Извини, старик, но походу твоя мать реально не хочет, чтобы ты по телефону разговаривал. Я не знаю, что она сказала подполковнику, но тот нагнул ротного, а ротный стрючил взводного. Взвод и учил командира отделения, то есть... Так что, Валерка, телефон я у тебя конфискую. Так, блин, дай мне телефон, я хотя бы позвоню и попрощаюсь с ней. Ты что, не слышал, что тебе сказали? Блин, не будь гадом. Слышь, берега вообще попутал. Ты хоть знаешь, что я могу сделать, используя только один палец? Свой палец или мой палец?